Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101 FM. 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. И я приветствую моего гостя Олега Ткачева, члена общественной палаты Кировской области, члена общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Мы так немножко подсократили. И директора Центра поддержки некоммерческих организаций Кировской области. Олег Ткачев, здравствуйте. Добрый день. Ну, тем у нас много. Я напоминаю слушателям, что вопросы гостю можно задавать на нашем сайте hokirova.ru через форму анонсов. Вопросов мы ждем. Пожалуйста, задавайте. Мы пока к нашим темам обращаемся. Ну, Олег, во-первых, там по итогам длинных таких выходных хотела вас спросить. Были ли вы где-то на мероприятиях городских, которые проводились в День города и в День России? Если да, то какое мнение о них составили? Потому что наши ленты, в том числе информационные, они просто заполнены фотографиями и мнениями, кстати говоря. Кому-то понравилось, кому-то не очень. Нет, к сожалению, мне не удалось побывать на празднике жизни. Ну, мне очень грустно, но пришлось работать в выходные. Понятно. Дома. Понятно. То есть вы не выбрались? Нет, не выбрался. А по ощущениям там мониторинга какого-то ленты в социальной сети, прочее, 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 вот есть ощущение понимания того, что люди знают, что они празднуют? У меня не сложилось ощущение, что была атмосфера праздника. Может быть, это из-за погоды, которая... Да, вчера, у нас, конечно, да, подвела насильно. Да, подвела. Но иногда забавно бывает, что те люди, которые буквально вчера там постили какие-то записи с резкими словами в адрес там разваливших Советский Союз, вот, а сегодня они друг друга поздравляют с праздником, то есть, по сути говоря, с праздником независимости России от кого? От Советского Союза. От Советского Союза. Вот. Ну, такой диссонанс. Ну, как бы я все понимаю. То есть национальный праздник должен быть. И люди воспринимают его просто как праздник, как повод друг друга поздравить лишний раз. Ну, у нас их немного, праздников, не так много. Не задумываясь о глубинных там причинах, там конкретном дне, событиях, которые привели к этому дню. Ну, вот. Ну, такой диссонанс есть, и вот эта вот раздвоенность сознания, она есть, ну, у многих людей. То есть они, с одной стороны, не поощряют и не приветствуют какие-то такие вещи, а с другой стороны, отмечают праздничные дни, посвященные этим вещам. Понятно. В общем, не очень хорошо люди, видимо, понимают, что происходит и что они вчера отмечали. Даже люди старшего возраста, судя по всему, но те, кто должен помнить, что происходило в 90-м году и в 92-м, когда, собственно, был праздник учрежден. Я думаю, самый настоящий общенациональный праздник, там, государственный праздник, это Новый год. А как же День Победы? День Победы, да, но это День Победы, посвященный конкретному событию. Ну, вот Новый год – праздник древнее, там, введен там, Петром Первым на территории России там, для празднования. Вот. И это безусловный праздник, когда просто все радуются. Ну, мы понимаем, что мы отмечаем. Хотя тоже, наверное, не для всех это в радость, кто-то становится на год старше. Мы прожили еще один год, и, слава богу, мы еще живы. Понятно. Ну ладно, День России, День города. Жаль, я думала, вы поделитесь, конечно, впечатлениями, потому что вот, ну реально, очень, конечно, разные мнения, полярные, там, в том числе по поводу того, что происходило вчера в Кирове. Ладно, переходим к деятельности общественной наблюдательной комиссии. Я заранее прошу прощения у моего гостя, потому что я понимаю, что есть кодекс этики членов общественной наблюдательной комиссии Кировской области, который, ну, не приветствует, я бы так сказала, резкие критические замечания в публичном пространстве в адрес других членов общественной наблюдательной комиссии. Но, тем не менее, к теме мы обратиться должны, не можем этого не сделать. Благодаря усилиям наших коллег портала 7 на 7, вот в интернете уже можно ознакомиться с видеоматериалами, сделанными на заседании общественной наблюдательной комиссии, втором заседании с момента начала работы комиссии, которое прошло в Омутнинске в прошлую среду, по-моему, да?
Я не ошибаюсь. Да. Прошлую среду. На этом заседании были приняты изменения в регламент общественной наблюдательной комиссии, которые... Был принят новый регламент. А, новый регламент был принят. Понятно. Еще веселее. Хорошо, был утвержден новый регламент общественной наблюдательной комиссии, который теперь, я так понимаю, запрещает членам ОНК посещать места принудительного содержания без разрешения председателя комиссии Михаила Кузьминых. Ну, там не написано, что прямо вот так вот запрещает. То есть в порядке организации посещений написано, что посещение уведомляет председатель и посещение по согласованию там с председателем. То есть и... Как это происходит? То есть это органы УФСИН уведомляют председателя? Нет, нет. Член комиссии? Да. То есть орган государственной власти, ну, непосредственно УФСИН, должен уведомлять председатель или кто-то по его поручению. И в уведомлении, вот в новом регламенте такая пикантность, то есть обязательно приписка, что по поручению председателя. Зачем? Не знаю. А, хорошо, значит, не к вам вопрос. А вы не задавали Михаилу Кузьминых вопрос, зачем? Документ длинный, прямо там, получив печатные копии мелким шрифтом, было сложно разобраться, пока вот я пытался вникнуть, там шли ожесточенные споры по поводу там разных и других тем, и там все, в конце концов все ушло на нет, регламент приняли не читая, не обсуждая. 15 сначала и потом 16 голосов за из 30 членов ОНК, насколько я понимаю, да? То есть большая часть присутствовавших на заседании в Обнинске согласилась с принятием нового регламента. Да. Олег, вот я не могу понять. Вы простите, конечно, что я там к вам с этими вопросами, но вот интересно все-таки журналистам, что происходит. То есть принимается новый регламент. Зачем? Уведомлять председателя. Председатель должен уведомлять органы УФСИН, учреждения, да, исправительные наши, о визитах возможных общественников с какими-то контрольными там, да, и проверочными целями. Мне, честно, вот, не очень понятно, зачем это надо, потому что ОНК работала раньше без этого как-то. Это УФСИН настояли? Вы не знаете? То есть, может, вы замучили их проверками своими без предупреждения? Не знаю. То есть у меня нет такой информации, что УФСИН настоял или не УФСИН настоял. У меня впечатление, что председатель так видит свою работу и пытается, чтобы она была таким образом упорядочена, чтобы все шло через него. А так разве можно в органе общественного контроля? Я, насколько помню, у нас в общественной палате по-другому все устроено. Это спорная норма. Вот, и по поводу этой нормы там есть много разных мнений, но общее мнение, и в том числе как бы мнение Совета по правам человека при президенте, которое было высказано там, в письменном виде, сформулировано и разослано в территориальные органы ФСИН и председателям общественных наблюдательных комиссий по всем регионам, что никто не вправе ограничивать деятельности, никто не вправе там чинить какие-то препятствия, устанавливать режим там только с разрешения или что-то в этом роде. Ну, может, председателю просто будет приятно, если ему члены общественной наблюдательной комиссии лишний раз позвонят и скажут: «Здравствуйте, товарищ председатель, я вот еду посещать такую-то колонию». Ну, может быть, да. Может, ему общения не хватает. Не знаю. Олег, хорошо, но вот все-таки, если серьезно, есть опасения у членов общественной наблюдательной комиссии, что новый регламент может быть использован как инструмент, ну, в некотором смысле, не давления, там, да, а запрета посещения каких-то колоний, там, да, где происходят какие-то, может быть, не совсем лицеприятные вещи? Опасений, предположений и всего прочего там, ну, достаточно много. Там, как это будет работать на практике, там, мы посмотрим. Но в любом случае, как бы это ни было, то есть зачем бы это ни было сделано, такая норма введена в документ, мы понимаем, что там ФСИН не вправе отказать, если посещение будет организовано там инициатором, любым членом ОНК, там в составе не менее 2 человек, там люди уведомят территориальный орган там ФСИН, приедут, и двери не должны быть закрыты. То есть это предусмотрено федеральным законом. То есть вопросы регламента, соблюдения регламента — это внутренняя норма ОНК, и ведомстве ФСИН
там, регламент УНК не является документом, на который должны ссылаться сотрудники ФСИН. То есть госслужба — это отдельно, а внутренние дела УНК и внутренняя регламентация деятельности — это отдельно. Вот. То есть, ну, норма неприятная, и там не только эта норма, то есть там много... Что еще? Ну, допустим, там зацикленность этого документа на личности председателя. То есть, в каком-то смысле зацикленность? Ну, многие нормы сформулированы таким образом, что, допустим, количество заместителей там по усмотрению председателя. А, ну то есть регламент наделяет председателя большим количеством полномочий, чем было ранее? Ну, да, да, да. То есть во многих местах там описаны процедуры, то есть только через председателя, вот, а дальше он может делегировать кому угодно там свои полномочия. Я понимаю, что, как бы, быть может, на месте председателя было бы так удобно, чтобы о каждом действии там его спрашивали, или там он самостоятельно решал, там, сколько ему иметь заместителей, там, сколько не иметь заместителей, вот, раздавать поручения. Но, тем не менее, там ОНК — это коллегиальный орган, это комиссия. Вот, и... Члены, которые работают бесплатно. Ну, мое глубокое убеждение, что в коллегиальном органе это главное там, коллегиальное решение. Вот. По каждому, если есть спорные вопросы, то их надо обсуждать. Вот. Если есть какие-то вопросы, требующие там, там, вмешательства и оперативного там, управления, реагирования, если есть функционал, который надо кому-то поручить, то надо всем договариваться, кому как, в каком порядке это поручать. Олег Ткачев, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области, член общественной палаты в нашей студии. Сделаем небольшой перерыв и вернемся. Особое мнение на 101 FM. Программа «Особое мнение» продолжается. Олег Ткачев в нашей студии, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Ну, вот так коротко я название сформулировала. Продолжаем по последнему заседанию УНК говорить. Принятый регламент, ну, как бы так скажем, заставляет членов общественной наблюдательной комиссии уведомлять председателя общественной наблюдательной комиссии о предстоящих визитах в места заключения. Вот такой у меня вопрос. Насколько, вот, ну, есть опасения, да, что, может быть, там что-то будет происходить, ну, потому что вот нам, например, как журналистам непонятно, зачем принимать документ, который противоречит федеральному закону и, скорее всего, не будет работать. То есть это вот в пику там людям, с которыми не нашлось общего языка в коллегиальном органе общественной наблюдательной комиссии или что? И как вы действовать будете? Ну, я думаю... То есть вы были против принятия этого регламента, насколько я понимаю? Да, я был против принятия этого регламента, но я не принимал участие в голосовании. Я отказался участвовать в этом голосовании в принципе. То есть, потому что сама постановка вопроса о принятии нового регламента, я считаю, что она некорректна. По закону регламент должен приниматься на первом заседании ОНК, и он был принят. В действующий регламент возможно вносить поправки, и я считаю, что каждую поправку в действующий регламент необходимо обсуждать. Вот, детально, подробно, как мы это делали раньше. То есть мы раньше и сидели до ночи, но мы обсуждали там каждую норму. Вот. А там я слышала недовольные, сказали, 2 часа уже сидим. Ну, вот эта видеозапись, которая выложена на портале 7 на 7, да. 2 часа это много. Ну, это к вопросу того, сколько люди готовы уделять времени и внимания там, тем документам, которые принимают. Тем документам, которые регламентируют их работу дальнейшую на протяжении ближайших полутора лет, как я понимаю, да? Да. Что будете делать? Ну, то есть, вот ситуация. Вы едете, то есть поступает жалоба из колонии, условно говоря. Вы, как член общественной наблюдательной комиссии, должны эту жалобу проверить, как-то на нее отреагировать. Вы вот лично как будете действовать? Пишем напрямую уведомление во ФСИН, вот, и едем. То есть вы председателя не будете уведомлять? Нет, смотрите, проинформировать председателя о том, что там запланирован выезд, это одно. Вот. Угу. Другое дело получить разрешение и дождаться, когда председатель направит это уведомление, то есть в органы ФСИН. Это совсем другое. Вот как бы действовать с разрешения, ну, то есть я про себя могу сказать, что вот спрашивать разрешение на посещение я не буду точно. Вот,
приписывать в уведомлении, которое буду подавать, там, допустим, от своего имени, что по поручению председателя, вот, я в этом крайне сомневаюсь, потому что зачем смешить людей, писать то, чего не соответствует, ну, там, по поручению там, председателя. Угу. Вот. Как есть, так и есть. То есть, если появится необходимость, то есть направлю просто как рядовой член УНК уведомление в органы ФСИН и буду стоять у порога. Так. И если вас впускают, я так думаю, что... Ну, мы будем надеяться на то, что это произойдет. Все в порядке. А если нет? Ну, если нет, то были такие сценарии, были прецеденты по стране. То есть, когда... С аналогичными нормами там, в других регионах. В Оренбургской области, в частности, да? Там, да не в только. В качестве примера приводилась она. В 2016 году у многих такие нормы появились, и были попытки там запрещать. Ну, на самом деле, там, ну, чего, суд. Вот, и суд будет через суд обжаловать там недопуск. Так, но человек-то в это время, который пожаловался, он помощи-то не дождался? Ну... Бывает и такое. Но я надеюсь, что у нас в Кировской области этого не произойдет. Ну ладно, я буду надеяться все-таки на разумие и благоразумие там, членов общественной наблюдательной комиссии. Посмотрим, как все будет работать. Я с Олегом Ткачевым беру обещание держать нас в курсе. И в случае малейших там, чинения препятствий каких-то членам ОНК в их работе, все-таки нас уведомлять. Нам самим интересно, как это будет работать. И вот больше всего не нравится то, что с принятием вот, документа в таком виде... вполне как работоспособных там, нормальных членов ОНК поставили в условие, что или ты делаешь какую-то непонятную приписку, непонятно зачем. И, в нарушение федерального закона. Я бы не говорил о том, что в нарушении федерального закона. А зачем она нужна, если федеральный закон предписывает, что ее может не быть? Она просто избыточна, и непонятно, зачем председателю на себя все это переводить. Ну, ладно, это лирика. Просто, понимаете, если процедура будет сделана не так, как написано в регламенте, то, следовательно, это можно расценивать как нарушение регламента. Даже там вот не написал, что по поручению председателя. Формально это будет нарушение регламента. Вот. И вполне работоспособных нормальных членов ОНК будут ставить в ситуацию формального неисполнения там, регламента. Угу. При всем том, что этот регламент со странными нормами. Вот. Ну, почему бы не написать там, прежде чем зайти в колонию, надо там, я не знаю, там присесть 3 раза. Там, перед и сказать дверями. Ку. Сказать ку. Ну, можно было так же написать. Вроде как бы это не ущемляет прав. Ну, это же не ущемляет прав. Кому? А что от этого изменится? Я правильно понимаю, что нарушение регламента некоторые последствия может повлечь для члена ОНК? То есть вплоть до... В кодексе этики написано, до что... Его в кодексе, ухода из комиссии. В кодексе этики написано, что по поводу нарушения регламента обсуждает заседание ОНК, и на заседании может выдано быть предупреждение, а за неоднократные там группы, то есть ходатайство в общественную палату Российской Федерации, в Совет Общественной Палаты об исключении. Угу. Вот. Но если по таким мелочным там, поводам полетят ходатайства в Москву? В Москву, и Совет Общественной Палаты Российской Федерации вынужден будет разбираться вот во всем этом мелочном, там, ничего не значащем, избыточным чем-то еще, я не знаю, какие решения примет Совет Общественной Палаты Российской Федерации, и в чью пользу, в чью сторону. То есть зачем сочинять то, там, что абсолютно не нужно, избыточно, вот, и вредит, и навешивает на людей там, какие-то непонятные там, ярлыки, создает кучу суеты из ничего. Хорошо, мы посмотрим, как будет развиваться эта история. Тем более, что нам обещали, что игра будет длинная, она только начинается. Ждем.
Переходим к следующему вопросу. Администрация города на своем сайте опубликовала список мест, подобранных для установки памятника царской семье. Напомню, тема, значит, появилась несколько недель назад о том, что в Кирове собираются поставить памятник Николаю II царской семье, сообщила Вятская епархия. Памятник уже готов, практически и оплачен. Вот. Изначально говорилось, что появится он на набережной Грина в районе Веерной лестницы, но депутаты городской думы в конце мая отказались утверждать этот вопрос, хотя комиссия предварительно перед этим, в общем-то, одобрила его установку. Илья Шульгин предложил провести публичные слушания. Собственно, к публичным слушаниям, которые будут проходить в следующий понедельник, вынесен предполагаемый перечень мест. Это у Федоровской церкви, это, я напомню, там стык набережной и улицы Розы Люксембург, там, где была раньше капсула времени, вот сейчас поставлен храм. На территории Успенского монастыря, на территории парка имени Гагарина, возле филармонии, да, получается, территория Александровского сада, район пересечения улиц Ленина и Горбачева. Вот тут я, честно говоря, вообще не очень понимаю, куда, потому что... Я так понимаю, что это во Враге, да, получается, да. Во Враге Засора. Вот, и в районе пересечения улиц Профсоюзной и Казанской, это, видимо, прямо вот на входе на набережную, вот где-то вот здесь. Там такая лужаечка зеленая с косом идет. Что скажете по поводу мест, во-первых? Какое вам больше нравится, Олег? Прежде чем разговаривать о местах, меня вообще как-то смущает эта история инициирования вот этой скульптурной композиции. Ну, а почему нет? Вдруг выяснилось, вдруг однажды, там, в один прекрасный день выяснилось, что скульптура уже готова и дожидается отправки, а она уже оплачена некими там, благотворителями, меценатами, вот, и всего лишь осталось выбрать, куда ее даже нет. Изначально было, что как бы вот ее все поставят, то есть вот все свершившийся факт. После недолгих пикировок в интернете, сейчас предлагается там места на выбор. Не знаю. Мне кажется, прежде чем ставить, там, надо было как-то по-другому. То есть, во-первых, решать, надо или не надо. Вот, если надо, то потом уже изготавливать скульптуру, оплачивать ее. Вот, если надо, то надо в каком месте решать изначально. Вот, сейчас получается так, что очень жаль, кстати говоря, что память о невинно убиенных, да, вот, она как вот эта писаная торба, которую, раз уж она есть, ее вроде как бы выбросить жалко, да, и куда-то надо приткнуть. Вот, и сейчас выбираются места, куда ее приткнуть. Вот. Ну, очень жаль, что вот происходит все в такой последовательности. Ну, может быть, люди просто предполагали, что будет примерно так же, как с памятником Дзержинскому. Я напомню, что его поставили во внутреннем дворике клуба ветеранов ФСБ, и тогда городская дума практически единогласно проголосовала за появление этого памятника в нашем городе. И говорилось о том, что место не публичное, что вам жалко, что ли? Пусть стоит, он тоже уже готов. Здесь-то предлагаются места публичные, вот, и именно там с широким выходом там людей там, угу. к этим местам. И вот именно публичное пространство, вот, вдруг по чьей-то воле там, размещение в публичном пространстве, идеологического там, объекта, а это именно идеологическая там, скульптурная композиция, которая там, олицетворяет собой определенную там, идеологию, философию, там, мировосприятие. Вот. И цели-то установки этой скульптурной композиции, они такие дидактические, дидактически-воспитательные. Вот. Весь этот морализаторский пафос, вот, мне кажется, не чуть-чуть, а во многом перегрет. И спокойнее надо, спокойнее. Хорошо, как надо, мы сейчас продолжим с Олегом Ткачевым, членом Общественной палаты Кировской области, руководителем Центра поддержки НКО Кировской области. Реклама 2 минуты и вернемся. Особое мнение на 101 FM. Олег Ткачев, член Общественной палаты Кировской области. Мы продолжаем программу «Особые мнения». Меня зовут Анна Лапшина. Возвращаемся к памятнику Николаю II. Все-таки администрация опубликовала несколько мест, куда могут установить памятник, который уже готов и оплачен, насколько мы понимаем. Олег, вот из списка мест я все-таки предлагаю вам выбрать.
Ну, я думаю, что вот район пересечения улицы Ленина и Горбачева, если это вот овраг Засора... Ну, то, что мы подумали, да, изначально? Ну, да. То есть, ну, там было бы уместно, там и паломники собираются перед крестным ходом, вот, и саму территорию оврага давно уже пора как-то облагораживать. Мы имеем в виду тот делать. Овраг, который со стороны улицы Большевиков, вот ту часть оврага, да? Ну, да. Угу. Он там в ямке будет, его никто видеть не будет, этот памятник. Ну, проходя сверху по улице Ленина или по Горбачева, то есть это достаточно видно. Это ведь вопрос, как организовать. Ну то да, есть, если там сделать общественную зону со скамеечками, то да. Наверняка люди будут спускаться с удовольствием большим. Паломники там собираются ежегодно. Угу. Вот, все будет уместно, вот, аккуратно. Так, а если будут предложены все-таки другие места, я так понимаю, что может быть либо вот, ну, общественный парк, да, Александровский сад, парк Гагарина. Ну, вот, знаете, я бы не это самое, не хотел бы, допустим, вот в каждом парке вот видеть по скульптурной композиции. То есть их и так уже... Любой скульптурной композиции или вот именно идеологически окрашенной, как вы говорите? Идеологически окрашенной. Вот, идеологически окрашенные, вот, мне кажется, уже надо снижать градус вот, давления на людей, на попытку их там, во что-то переубедить, чего-то доказать, вот, обязательно поставить, настоять на своем. Ну, это политические игры, и очень неприятно, что там, религия начинает играть... в политические игры. Там, и вся эта эпопея там, со сбором подписей с непонятно кого, там, жители, не жители области. Ну, вот, во время крестного хода да, собирали, там не спрашивали прописку, да. Подпишитесь там, за установку. Вот, это использование политических там, технологий. То есть так поступают там, пиарщики в период выборов. Вот, и это уже неприятно, это вызывает уже аллергию. Вот. И если так поступают люди, которые учат нас нравственности и духовности, то это нивелирует их. То есть я не убежден, что это люди не там высоконравственные, высокодуховные, а это просто, на мой взгляд, просто политтехнологи. Вы... Они используют только вот эти вот политические там, рычаги, политические технологии. Олег, вы сомневаетесь или не сомневаетесь в том, что памятник в Кирове появится? Да я не сомневаюсь, что он появится, если он уже оплачен. Угу. То есть вопрос где? Ну, в принципе, там, мне кажется, было бы уместно, то аккуратно. То есть вот овраг Засора. Овраг Засора. Да. Так, а если все-таки не он, то что еще ложится на душу из списка мест? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь мест. Я не знаю, в остальных, но точно не парки. В остальных местах, мне кажется, это будет неуместно. Олег Ткачев, член Общественной палаты Кировской области. Мы ждем 18 числа. Я, кстати, не спросила, вы пойдете на публичное слушание? Или, может, предварительно как-то вот мнение свое выскажете? Почему? Не хочу. Интересно. Ну, тратить свое время, там, обсуждая... Там, уже решенный вопрос? Да, не самое существенное там, для меня, ну, и при этом уже решенные вопросы, ну зачем? Угу. Ну что ж, я надеюсь, что не все поступят так, как вы, а противники памятника, может быть, все-таки придут и выскажутся активно. Можно же через интернет это сделать, в конце концов. Ладно, переходим к деятельности Центра поддержки некоммерческих организаций Кировской области. Насколько я понимаю, на следующей неделе вы проводите семинар для НКО кировских, семинар, посвященный информационной безопасности. Да, 19 июня мы собираемся в Обществе знания в час дня с тем, чтобы поговорить про информационную безопасность некоммерческих организаций и там сделать мастер-класс по созданию сайта некоммерческой организации. Uh-huh. То есть у нас есть замечательные наши партнеры, это там сеть ресурсных центров НКО Приволжского федерального округа и еще есть такая организация «Теплица социальных технологий», которые помогают совместить IT-технологии и социально ориентированную деятельность для некоммерческих организаций и объяснить, предложить технологии, помочь разобраться.
А почему информационная безопасность? Ну, вот те же там соцсети, ну, все, что происходит в IT-сфере, это, во-первых, очень интересно, это продуктивно, но чем чаще мы это используем, тем ну, это влечет определенные риски. Взломы аккаунтов, там, троллинг в сети, безопасная передача там, чувствительной информации, там, просто защита от там, хакерских каких-то атак и там, как сделать безопасный пароль. Угу. Вот, с тем, чтобы не взломали ни там, аккаунт социальной сети, ни переписку там, не достали. Ну, вот об этом будем говорить. У вас на семинар регистрироваться, насколько я понимаю, нужно будет, да? Ну, желательно зарегистрироваться, чтобы мы примерно понимали, там, сколько людей у нас будет на семинаре. Регистрация у нас есть на сайте ngo-kirov.ru. Но мы, в принципе, там не выгоним никого, кто придет там в этот день, в час дня в Обществе знания, 19 июня. Вы этот семинар организуете как-то вот, ну, в таком регулярном режиме? То есть я знаю, что проходят у вас образовательные какие-то секции, или это что-то такое вот, ну, разовое? На эту тему мы пытаемся собраться именно в Кировской области первый раз. Вот, в других регионах вот, я был, видел, то есть я понимаю прекрасно. Ужасная погода, лето, все простуженные. Я прекрасно понимаю, о чем можно поговорить с некоммерческими организациями, потому что вижу невооруженным взглядом, видно у коллег там какие-то дыры в безопасности и потенциальные риски. То есть и пароли-то у нас слабые, и там не пользуемся мы никакими средствами для того, чтобы как-то нас не взломали. Вот. Об этом стоит говорить. Тем более там, в эпоху блокировок, в эпоху того, что люди начинают очень сильно интересоваться и задают вопросы, а что такое PGP, а что такое VPN, вот, а что такое прокси-сервер и как этим пользоваться. Вот, это тоже элементы безопасности, и об этом тоже будем говорить. Расписание семинаров ближайшего времени, если что-то, определились ли вы? Ну, сейчас лето, сейчас сложно как бы вот с расписанием. Я думаю, что ближе к осени более активнее будем проводить и обучающие мероприятия. Ну, темы какие предполагаются? Темы, ну, то есть традиционно темы по там, организационному обеспечению, бухучет, там, юридическое сопровождение деятельности. Я думаю, на такие темы мы регулярно с нашими партнерами там, пытаемся говорить. Вот хотелось бы еще больше развить тему там, присутствия там, в интернете и распространения информации о своей полезной деятельности там, в сети интернет. Вот, ну, будем думать, будем формулировать там, новые темы. Это все осенью. Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки НКО Кировской области, член Общественной палаты Кировской области. Я хотела вас еще спросить вот о какой теме. Сегодня день рождения экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. В его фейсбуке, на его страничке сейчас уже более 100 поздравлений с днем рождения. Издание «Ньюслер», с сожалением, отмечает кировское издание «Ньюслер», что не так много там людей известных, облеченных там властью, именем, не знаю, каким-то общественным или иным статусом. Вот, и констатирует, что, видимо, люди боятся каким-то образом ассоциироваться с осужденным экс-губернатором. Вы что по этому поводу думаете? Вот, это такая ожидаемая позиция людей? Да вы знаете, в принципе, это, ну, как ожидаемая? То есть бояться, не бояться, это, ну, такие, ну, интерпретации. Угу. Люди устают от той информации, которая часто повторяется, от фамилии, от когда ничего не происходит, люди устают, люди перестают реагировать, где-то забывают, там, может быть, кто-то боится, может быть, кто-то не боится, может быть, кому-то уже, там, не знаю, эта тема надоела. То есть это процесс, ну, почти естественный. Вот, хотелось бы вообще в день рождения Никите Юрьевичу пожелать здоровья, терпения там, и сил там, выдержать это испытание жизненное. А люди, ну, люди всегда люди. Люди ведут себя так, как считают возможным для себя вести.
Но я смотрю, вот ваше пожелание, оно во многом совпадает с тем, что пишут на страничке Никиты Белых в Фейсбуке. Ну, вот в частности, тут Светлана Сорокина, я вижу буквально вот из недавних пожеланий, да, тоже желает бодрости и уверенности, да, пережить, преодолеть все трудности и не потерять веру в людей. Будем надеяться на то, что все-таки, ну, какой-то, может быть, не самый хороший, конечно, опыт там из всего случившегося Никита Юрьевич вынесет для себя, да, из всей этой истории. Все-таки будем надеяться на то, что люди, которые были с ним, да, работали с ним вместе и, ну, не знаю, каким-то образом, может быть, пересекались, от него не отвернуться в результате всей этой истории, которая до сих пор вызывает там у многих, в том числе наших экспертов, вопросы. Мне в связи с этим просто вот не нравится этот обычай социальных сетей. Поздравлять с днем рождения? Отмечаться. Отмечаться где-то там на страничке, там в публичном доступе. А вот смотрите, и я отметился. Ага. Вот, там, Нет, мы, конечно, допускаем, что огромное количество людей, может быть, написали Никите Белых письма какие-то и прочее, да, вот, мне кажется, что личного характера, то, что не выносится в паблик. Да, вот по поводу там личных праздников, личных там каких-то событий, мне кажется, более корректно поздравлять как-то лично, вот, не обязательно показывать это на публику, что вот смотрите, я тоже тут. Присоединился. Да, то есть... Кому это необходимо, ну, пусть поступают так. Кому это не необходимо, пусть поступают иначе. Хорошо, ну, я просто надеюсь, что все пожелания там и через интернет, это-то уж точно, и те, которые были направлены лично до Никиты Белых, дойдут, потому что не очень понятно, собственно говоря, где он сейчас находится. То есть информация о том, что его должны этапировать, она периодически появляется, но, тем не менее, никакой конкретики до сих пор нет. Олег Ткачев, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области, член общественной палаты региональной, был в нашем эфире со своим особым мнением. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. Особое мнение на 101 FM.